Ну, а Оганесян Гер, капитан команды Айнтрахт Брауншвейг. Рассказывай про игру. Что, первый тайм 3-1 выиграли, грубо говоря. Уверенно. Ну, уверенно играли. Первый тайм с нами ничего не могли делать. Второй тайм вышли, точнее, не, мы в первом-второй, по-моему, пустили гол. И все, после этого как-то пацаны начали не прям пижонить, просто дурака начали валять, и все, третий гол, потом после этого уже Боруссия уверенность чувствует и идет вперед, а мы как бесхребетные сдались. Хотя, согласись, вот с такой командой, она более-менее сильная, нужно было, мне кажется, до конца играть и уверенно, но что-то у вас подошло. Четвертый элементарно бы забили, у нас моменты на это были, они бы ничего не сделали бы с нами. Есть положительные моменты из игры сегодняшней? Первый тайм. Только первый тайм, да? Второй это провал полный, стыдно даже. Как будешь с ребятами общаться насчет всего этого? Да, как здесь общался, так и там. Ну, может, с матами. Понятно. По судейству все нормально сегодня было? Да, да. Погода как? Тяжело играть в такую погоду? Погода видно, вообще. Но погода не виновата в нашем поражении, грубо говоря. Понятно. Удачи вам, да, в дальнейшем. Спасибо.